Сорт винограда Молдова появился стараниями ученых из молдавского НИИ виноградарства и виноделия. Относится к поздним столовым сортам, быстро вступает в плодоношение, уже на второй год после посадки. Имеет высокую урожайность, до 150 кг с одного куста, в возрасте 8-10 лет. Обладает средней устойчивостью к поражению мильдью и серой гнилью, редко поражается филоксерой. Имеет хорошую транспортабельность и легкость, выдерживает морозы до минус 22-25 градусов. Цветок обоеполый, гроздь цилиндроконическая или коническая, средней плотности. Средний вес грозди 400-500 грамм, иногда больше. Ягода крупная, овальная, темно-фиолетовая, с густым восковым налетом. Кожица толстая, плотная, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Молдова сорт сильнорослый. Славится своей легкостью. Сахаристость до 19%. Сорт зарекомендовал себя как неприхотливый, продуктивный и устойчивый к распространенным болезням и вредителям. Благодаря своим достоинством этот сорт интересен для промышленного и личного садоводства.